Почти 350 юношей и девушек официально посвятили в студенты. На традиционный слет в минувшие выходные собрались первокурсники из всех учебных заведений города. Масштабную встречу организаторы впервые провели не в лесу, а в помещении, а именно в детско-юношеском центре «Лидер». Сами студенты встречи остались довольны. На протяжении всего вечера их ждали различные конкурсы, игры, интерактивы и, конечно же, дискотека. Главная цель слета первокурсников – вовлечение ребят в студенческую жизнь и знакомство между собой. Чтобы провести масштабную встречу, организатор, а им выступил Центр поддержки молодежных инициатив, пригласил в столицу региона известных ведущих – шоумена, полуфиналиста премьер-лиги КВН Первого канала Александра Копченова и конферансье из Архангельской области Ивана Прохватилова. Напомню, слет впервые прошел не на природе, а в помещении, так как в Ненецком округе установилась неблагоприятная погода. Конечно, нужно чаще собраться вместе, повеселиться как-то. Мероприятие хорошее, организаторы тоже хорошие. Все хорошо организовали.